Прямоугольная рамка, которая может вращаться вокруг своей оси, помещена между магнитными полюсами однородного магнитного поля. Линии магнитного поля направлены влево. Концы прямоугольной рамки закреплены в половинках разрезанного на две части кольца. Эти половинки могут проводить ток. Движению кольца ничто не препятствует. Теперь, если через рамку пропустить ток, то на обе ее стороны начнут действовать электродинамические силы в направлении, показанном на рисунке. Действие этих сил приводит рамку в движение. Вращаясь, рамка окажется в таком положении, что движение тока по ней прекратится, но она пройдет это положение по инерции. Направление вращения рамки не изменится, несмотря на изменение направления тока в ней. Кинетическая энергия вращающейся рамки может быть превращена при помощи приводов и шестеренок, к примеру, в работу по подъему грузов.